Театр Алексея Вележанина является одним из сильнейших коллективов в Казахстане. Не раз доказывали, что они сильнейшие в СНГ и в мире. Я очень горжусь тем, что у нас есть такие ребята, талантливые, красивые, обаятельные. То, что они делают каждый день, это вот победа над собой. То, что делают на конкурсах, это победа над другими. Так что я желаю всегда победы. Этот коллектив во главе с Алексеем Вележаниным сделали и добились очень многого. Прошли очень много конкурсов, очень много концертных работ. В 2010 году Федерация современного спортивного танца вошла в Международную организацию танцев. И первопроходцем был именно театр танца Алексея Вележанина. Следующим этапом был чемпионат мира в Германии, в городе Риза, где просто, наверное, шокировали своим выступлением иностранцев. То есть до этого с таким, наверное, профессиональным танцем еще никто не выходил. Я думаю, со временем мы все будем очень гордиться этим коллективом. И в частности Алексеем Вележаниным. Алексей Вележанин – это хороший руководитель, хороший танцор. Он сильная личность, молодой, амбициозный, самобытный. Он остается для меня тем человеком, который творчески неиссякаем. То есть постоянно в нем присутствует какое-то живое начало, да? Он всегда творит. Поставил себе цель, он идет к ней, несмотря ни на что, несмотря ни на какие проблемы. Вот именно с таких людей творятся мировые звезды. Наверное, такой шанс дается не каждому. Он его дал, я его не упустила и надеюсь, что не упущу. Мы будем работать вместе, как говорится, бок о бок, и дойдем до больших вершин и высот. Хочу пожелать нашему коллективу больших успехов, большого роста, чтобы о нас многие знали. Я желаю ребятам на открытом Кубке Европы честного студейства, удачи и вообще легкой поездки. Позвольте от всей души пожелать театру танца Алексея Вележанина дальнейших побед во благо нашего суверенного Казахстана. Я от всей души поздравляю Алексея Вележанина и его театр с этим юбилеем. Желаю им счастья, здоровья, сил, позитива и всего самого хорошего. Удачи, здоровья, успехов. Так держать. Счастья вам и всех земных благ. На открытом Кубке Европы по танцевальному шоу в Гибралтаре я хочу пожелать театру танца выступить достойно, на их уровне, не растерять то, что у них есть, чтобы они были собранными, хорошо подготовились, съездили достойно, выступили и представили Казахстан в Европе. Удачи! Ребята, знаем вас как хороших артистов. И несмотря на то, что вам всего лишь только 5 лет, за 5 лет вы сделали очень много. Поработали с вами плечо в плечо. Я думаю, что мы у вас чему-то научились, и вы чему-то научились у нас. Удачи вам, успехов в дальнейшем. Мы вас любим.